Борис, скажи, а как ты думаешь, почему 8 марта зародилось в Германии, а празднуется, пышно празднуется только в странах постсоветского пространства? Ну почему? В Германии тоже празднуется, просто не всеми. А это интересно, кем же? Больше всего празднуется продавцами цветов, которые увеличивают в этот день цены ровно в 2 раза. А уже потом наблюдают, как эти непонятные русские сметают все с прилавков. А! Как много сделала для нас любимая родная мама. Нас ты растила, подняла и сил потратила немало. Ты наша добрая душа. Для нас ты очень дорогая. И я хочу тебе сказать, как я люблю тебя, родная. Цветы все маме подарю за труд, любовь и за терпенье. Я пожелать тебе хочу здоровья, счастья, благовенья. Спасибо, мама, скажем мы, за труд, заботу и за ласку, за то, что в детстве перед сном ты нам рассказывала сказку. Нас родила и воспитала, со школы нас всегда встречала, варила вкусные обеды, решала с нами наши беды. Уроки делать помогала, за двойки строго нас ругала. Ну это ж, мама, не беда, и ведь в этом ты была права. Цветы все маме подарю за труд, любовь и за терпенье. Я пожелать тебе хочу здоровья, счастья, благовенья. Спасибо, мама, скажем мы, за труд, заботу и за ласку, за то, что в детстве перед сном ты нам рассказывала сказку. Поздравить я тебя, обнять покрепче, дорогая. Живи еще ты много лет и будь здорова, молодая.
какой, какой тебя я знаю. Цветы все маме подарю, за труд, любовь и за терпение. Я пожелать тебе хочу здоровья, счастья, благовенья. Спасибо, мама, скажем мы, за труд, заботу и за ласку, за то, что в детстве перед сном ты нам рассказывала